Да, я вас слушаю. Это удобно разговаривать вам или попозже я перезвоню? Говорите, говорите. Я насчет Мани звоню. Александр, меня интересует, я на Ютубе смотрел. Так. Какие-то у меня монеты есть. Там цены такие, я не знаю, ну, реальные они или нет, я не знаю, да. Если я продиктую монеты, вы можете сказать реальную цену их? Я могу сказать, если вы посмотрели видео и нашли те монеты, которые представляют интерес. Это не советские монеты, Александр. А какие, какие? Это европейские, американские монеты. Я понял. Смотрите. Да. Сначала вы берете, есть интернет, есть Google. Вы вбиваете... Я смотрел там, да. Ну и что, давайте так, что дорогого вы нашли? Один цент американский, USA. Так. 95-го года. Так. Там написано 13 500 евро. 95-й год, один цент. 5 центов. Подождите, подождите, подождите. Давайте с одного цента. Покажи, я здесь на девулете зайду сразу. Так, я вбиваю в поиске. Один... Цент USA. Цент 2000... Ой, 95-го. 995 год, да. В проданных лотах. Сейчас я посмотрю. Я понял. Смотрите. Я не знаю, куда вы смотрели. Я сейчас вижу по проходам. Один цент стоит 1 цент. 1 цент стоит 2 цента. 1 цент стоит 5 центов. То есть данная монета интереса не представляет. Не представляю. А эту цену откуда там? Я не знаю, где вы смотрели. В Гугле я зашел, в Гугле. Я понял. Там где есть это кинофильмы и потом это деньги. Может быть, эта монета стоит дорого, когда она имеет какую-нибудь особенность? Там на английском языке, ну там я смотрел это, я на английский нехорошо знаю, но там на что-то, чтобы... Назовите мне еще какую-нибудь монету дорогую, хоть одну. Сейчас. Вот там было написано 10 тысяч, не знаю, 5 центов Бельгии, 1999 года. Нет, я вас хочу разочаровать, я не знаю, куда вы смотрите. Вы, пожалуйста, возьмите и посмотрите на любом сайте... не европейском, не загадочном, чтобы вы понимали, с переводом на понятный вам язык. И посмотрите, сколько стоит, хорошо? Хорошо, но я же говорю, я смотрел, наверное, там, в Гугле я уходил. Я понял. Ну, может, вы... Я писал там, сколько стоит вот эта монета такого года, и выходит вот эти... А вы просто посмотрите на UACoins или на каком-нибудь сайте, там, где продают обычные обиходные монеты. Какой-то сайт, Александр? Поищите что-нибудь в Гугле, кроме того, что вы смотрели. UACoins. Угу. Ясненько. Все, будьте здоровы. Спасибо, что смотрите. Вы откуда? Я с Тбилиси. А, Гамарджоба. Гамарджоба. Я был в Тбилиси на барахолке. Очень приятно, что грузины меня смотрят. Спасибо вам огромное за то, что помогаете бороться нам против российской фашизма. Героям слава. Героям слава. Все, обнял. Грузинам привет. Спасибо, от лавки удовольствия. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.